посмотрим хайлайты. Напомню, перед этим матчем соперников при равенстве игр разделяли 2 очка в турнирной таблице. У Звезды сегодня на площадку не вышел и главный форвард-снайпер Никита Шалышкин. А его конкурент в снайперской гонке Артем Прохоров, капитан команды, сыграл на позиции защитника. Панкратов сегодня получил букву А на свитер. Стартовое вбрасывание против Александра Заикина. И это гол очень быстро. Звезды забросили первую шайбу уже на третьей минуте. Отличился Егор Кузьминов с передачи Сергея Шамшурина. Вот он, Кузьминов. Вот такая хрестоматийная комбинация. Передача из-за ворот. И точный бросок в одно касание. Первый период прошел, в общем-то, с перевесом Звезды. Голкипер Станислав Бережной куда чаще вступал в игру, чем его визави Сева Скотников. Это щелчок Николая Макарова. Много блокшотов мы увидели в исполнении гостей. Зуган выбивает броском клюшку из рук вратаря. Один из редких полумоментов у ворот Скотникова. Александр Лазарев бросает в живот голкиперу. Шамшурин бросает, добивает, но браво Станислав Бережной. А это ответная шайба уже во втором периоде. Отличился Александр Мирзабалаев. Прекрасный бросок из-под защитника Федора Белякова. Шайба пулей влетела в ближний верхний от Скотникова угол ворот. 1-1. Случилось это уже под занавес второго периода. Нет, первого периода, конечно же, извините, пожалуйста. Конечно, первого периода. А вот это второй период, гол Матвея Аверочкина на третьей минуте с передачи Шамшурина. Ну, хоть неплохая была такая комбинация. И Аверочкин, в общем-то, доел свой момент, поймал отскок после своего же броска. 2-1 в пользу Звезды. Долженков. Ну, это нетрудная шайба для голкипера. Хозяева продолжили доминировать. Скотников редко-редко вступал в игру. Вот один из немногих моментов, но какой. Успевает голкипер Звезды буквально остановить шайбу на линии ворот. Одним движением мог ее переправить в сетку Эдуард Голоднюк. А это третий период. Гости активизировались, полетели вперед на крыльях. И заставили обороняться хозяев. А это ответная шайба. И вновь отличился Александр Мирзабалаев. Эффектный бросок. Метелка от Комиссаров. Да, такой. Практически без замаха. 2 гола Мирзабалаева. По занавес основного времени за 2 минуты 5 секунд гости получили численное преимущество. Выброс шайбы. Вот он, розыгрыш. Выброс шайбы Артемом Прохоровым, капитаном Звезды. Но в эти минуты надежно сыграла бригада большинства хозяев. Серия бросков. Первые две попытки реализованы Ковалевым и Рожковым. А это гол Сысоева. И решающая попытка Никиты Долгопятого. В серии бросков преуспели крылья 3-1, ну а в матче 3-2 в овертайме победу одержали амичи. Но они не догнали в турнирной таблице Звезду, соперников разделяет одно
очко. С вами был Владислав Домрачев. Соперников разделяет одно.